Девочки, дорогие мои, уважаемые, любимчики мои, с вами Татьяна Любимая, я природная ведущая. Девчонки, у нас сегодня ведьмовское подключение, ведьмовской сеанс, чисто ведьмовской. Те, кому тема эта неинтересна, кто не верит, кто с иронией, сарказмом и так далее, пожалуйста, лесом. Те, с кем мы на одной волне, те, кто смотрит начало, сонастраиваются, да, серьезно относятся к информации. Ой, девочки, все. Я вас обожаю. С вами мы работаем. Подходит вам информация, не подходит. Я надеюсь, что вы как-то это все воспринимаете достаточно лояльно и понимаете, что вы можете ошибаться, да, интуиция не срабатывает. С другой стороны, нужно понимать, что информация вам нужна для чего-то. То есть хорошо, когда человек желает слышать не то, что он желает слышать, да, желает слышать то, что действительно ему поможет. То есть воспринимает информацию чистую и готов меняться, да. Либо с этой информацией, либо без, но достаточно сознательно, осознанно, да, подходит и критично, и тем не менее не критикует, а воспринимает то полезное, что ему нужно. Либо же благодарит за работу, да, и смотрит еще другие какие-то видео. Вот так. Девочки, еще объявление. Я открыла кнопочку спонсорства, девчата, для тех, кто желает стать спонсором канала, любимого ТВ, таро-терапевтического магического канала. Канал, ну что делать, ну, вот такая фигура речи, да, такая манера речи, такие ударения. Так вот, девочки, для вас очень-очень много будет у меня различных предложений, то есть они уже есть, уже в разделе сообщества есть видео специально для спонсоров, и будут различные скидки на приемы, на обучение, либо будет, то есть, ну, не только либо, а и плюс еще будет в дар. Вопрос можете задавать в дар, то есть бесплатно, да, будет. Ну, там зависит от уровня, девочки, будут онлайн-стримы, да, где вы сможете задать вопрос. Только потому, что вы спонсор, вы можете задавать вопрос, я постараюсь ответить вам первой, отвечать. У вас будут большие преимущества. Уровень «Верховная жрица», там будут даваться сакральные знания. То есть, кто... Посмотрите, пожалуйста, зайдите во вкладочку «Сообщество», там есть «Стать спонсором». Да и под каждым видео будет, и вообще на моем канале кнопочка «Спонсорство». Ознакомьтесь, пожалуйста, от 50 рублей в месяц оплата, ну и выше. То есть там и чаты, и обучение, и дар, в дар в энергоканале. Буду давать вам настроечки на очищение, на гармонизацию, на омоложение и так далее, и тому подобное. И сейчас есть закрытая информация. Смотрите, девочки, сейчас у нас тема. Что он вас видит? Точнее, как сказать, что? Давайте так. Что привлечет его в вас, да, как с ним взаимодействовать, чтобы его привлечь, утянуть его к себе надолго, или хотя бы как сделать так, чтобы проявил он к вам интерес, да, и что не нужно делать, ну, в общем, чтобы его не оттолкнуть, вот, ну, вот так мы смотрим. Это для всех. Девочки, а для моих спонсоров расширенная версия данного видео будет, где я буду говорить, что делать, чтобы после интима вы не чувствовали, что вас использовали, как не потратить энергию, как остаться на плаву и как сделать так, чтобы мужчина начал бегать за вами, а не вы за ним. Это только индивидуально для моих спонсоров. Индивидуально, ну там по уровням, да, идет. Пока что видео для всех спонсоров будет, но уточнения какие-то, там тоже есть своя иерархия, но небольшая. Девочки, все нормально, все в разумных пределах. Поэтому, пожалуйста,
становитесь спонсорами, у вас будет очень-очень много преимуществ. Это серьезно. Ежемесячно будут и стримы для вас, тоже там будут особые плюшки, и также будут сеансы в энергоканалах в дар, да, ну и так далее и тому подобное. На индивидуальный сеанс у вас тоже будут хорошие скидки. В зависимости от уровня у вас все равно будет какое-то преимущество. Все, мои дорогие, давайте. Итак, значит, смотрим. У нас сейчас будет три варианта. Значит, первая карта, первый аркан нам скажет, что нужно делать, чтобы привлечь его. Да? И вторая, что сделать, чтобы его не оттолкнуть, ну, мужчину. Загадывайте, пожалуйста, вашего мужчину. Можете два варианта взять на одного человека. Можете все три загадать на разных людей. То есть, ну, на разных мужчин, да, на разных партнеров. Девочки, подышите спокойненько, да, легкое трансовое состояние. И нажмите на паузу. И потом уже приступайте к прослушиванию, к проглядыванию варианта. Итак, девочки, приступаем. Первый вариант. Что нужно делать для того, чтобы мужчину привлечь? Привлечь надолго. Итак. Девочки, вы должны четко дать понять, что вы знаете, чего хотите, что вы берете то, что хотите. И если он вам понравился, либо другой человек, другой мужчина, вы возьмете в интимном плане, вы возьмете своей страстью, своей решимостью, своими действиями. Во всяком случае, покажете свое желание. Вот это данного мужчину, о котором вы загадали, его очень сильно к вам привлечет. И если вы себя будете действовать именно так, то он будет с вами длительное время. Но мы смотрим на ближайшее время, девочки, на самом деле, да? Энергии, все может меняться. Если вы будете соответствовать, то вы сами можете продлить интерес к себе. Но это должно быть искренне, девочки. Если у вас хватает не просто флюра и таланта актрисы, а именно потенциал страстный, огненный, у вас бушует вот эта страсть, и вы берете то, что вы хотите, отмечаете, откусывает. Сердцеедка, девочки. Это такой архетип сердцеедки. Ну, можете покусать не одно сердце, а несколько, когда будет у вас легион надкусанных сердец. Вот этот мужчина точно. Вы знаете, очевидно, у вас прям охотник, который охотится за женщиной, которая интересна множеству мужчин. Далее. Что не нужно и нельзя делать? О, девочки. Тоже огонь, прям десятка. Но именно в Монаре, девочки, мы смотрим, нельзя поддаваться, нельзя подчиняться. Знаете, как агрессору нельзя, самой нельзя вести себя агрессивно. Вот, то есть, смотрите, одно дело, вы берете то, что вы хотите, ну, как бы по праву, да, потому что вы такая, я хочу, и я беру. Ну, это со знаком плюс, а вот здесь уже идет знак минус, чего нельзя делать. Вы видите, не выступаете в роли вот этого мужика, который доминирует, который берет силой и делает больно. Делает несчастным другого человека. То есть и к себе не допускайте такого отношения. И сами не ведите себя подобным образом. Это предупреждение. То есть десятка – это то, что, ну, допустим, в классике сказала бы вам, что идет усталость от отношений. То есть страсть до того, что уже, ну такая сильная, такой напряг, такой стресс уже от этой страсти, да, такой накал эмоций, желаний, вот этих страстей, да, выяснение отношений, а желание обладать уже чрезмерно, то есть оно может сделать больно, друг друга можно послать, можно, ну, отвратительно повести себя по отношению друг друга, это не уважение уже, это не просто страсть, это идет унижение,
подчинение, да, себе, ну, своего рода насилие. То, что мы не приемлем, то, что нельзя, то, что действительно, ну, это вот это глумление какое-то, да, сюда идет. Вот это недопустимо ни к себе, ни к другому. Видите, у вас тут прям страсти, страсти кипят. Второй вариант, девочки. Что его привлечет? Как себя нужно вести? Умеренность. Умеренность, девочки. Вот здесь гармония. Гармония, неспешность. Разумная. Неторопливость, гармоничность, женственность во всех ее проявлениях. И знаете как? Вот даже если что-то не получается у вас, и есть желание там проявить себя как-то, да, там резче что-то. А вот вам здесь вот полная противоположность предыдущему варианту. Лягте и плюйте в потолок. Займитесь собой. Сделайте масочку. Массажик. Все, что угодно. Все, что будет допустимо, оно в пределах разумного, да, на данный момент времени для вас. Давайте только не будем говорить про карантин, девочки. Вот это прям вообще, вот сейчас знаете как, вот прям все к этому, вообще уже, ну, давайте будем все-таки смотреть глубже, да? Значит, по возможности стараться гармонизировать себя, творческий подход ко всему, просьба к высшим силам дать разум, силы, дать возможность как-то себя сгармонизировать, да, не метать ничего, бисер, не... То есть не надо ничего объяснять человеку. Нужно жить своей жизнью, и нужно так сгармонизировать, чтобы принимать, в принципе, все. Вот эта вот карта тоже приятия, да, баланса внутреннего, про гармонизацию баланс. Я надеюсь, достаточно много не надо говорить. Это его привлечет. Опять же, ему хорошо качаться на волнах по отношению к вам, никаких резких действий. И чего не нужно делать. Девочки, вот это знаете, как можно сказать в данном случае старшие арканы? У вас на данный момент и вот о том человеке, о ком вы спрашиваете, может быть, даже не на данном, может быть, у вас долго длится взаимосвязь. То есть у вас, может быть, со второго раза человек пришел в вашу жизнь, или вы даете второй шанс. Девочки, вот здесь чаще всего говорит, что не нужно давать второго шанса, если вот вам нагадили. Это большая трансформация. Здесь нужно очень хорошо подумать, прежде чем принять решение. Возможно, нужно просто отложить на какое-то время принятие серьезного решения. Может быть, он уже осознал и рвется к вам, и мечется. Значит, вы должны поставить ему какие-то условия для того, чтобы он к вам пришел и еще более осознанным. Лучший вариант для себя, для вас. То есть этот человек должен либо прийти каким-то, знаете, уже вот прям не просто он пришел, да, я осознал, дорогая, я подарю тебе эту звезду, а вы стоите эту кастрюлю, шкварк, шкварк, шкварк. Ничего не меняется. Ни подарков, ни заботы, ни каких-то предложений серьезных, одни обещания, опять же, да, то есть никаких дел, никаких поступков не нужно. Здесь идет, знаете, как вот бег по кругу. Бег по кругу только в глобальном масштабе, в серьезном масштабе, в таком, в кармическом. То есть это какие-то грабли неразобранные, грабли не пройденные. Опять будет что-то помбо. Вот здесь вот этого нельзя допускать. В общем, вам нужно время очень хорошо обдумывать. И, возможно, девочки, даже просто пустить на самотек. Пустить на самотек. Не доверяйте. Вот вроде все ровненько, все неплохо, но здесь идет, знаете, как опять то же самое. Этого нельзя допускать. То есть здесь должен быть какой-то переломный момент. Человек вообще должен кардинально измениться. То есть вы привыкли, что он говорит «А», а здесь он должен прийти и сказать конкретное «Б». И плюс к этому, к этой букве, он еще должен что-то вам конкретное, физическое, ощутимое дать. То есть что вы можете потрогать? Не только услышать вашими ушками, да, но прям потрогать. Хорошо, третий вариант. Девочки,
Но здесь тоже, здесь прям вообще. Девчонки, ну, в общем, все ваши силы и желания, если вы будете свое показывать и добиваться мужчину, ну, на данный момент здесь вам пойдет впрок. Да, можете вести себя по мужской линии поведения, да, и силы, которые вы тратите, даже если зря, мужику это понравится. Вот серьезно. И здесь идет какая-то решающая прям... Решающий момент, то есть, если идет между двумя, то есть еще соперница, а может быть жена, вы любовница, а может быть вы жена и она любовница, вам нужно вот прям обуздать вот это, этот жезл, скажем так, да. Опять же, не призываю ни к чему делать выводы вам, девочки, и делать вам, ну, как бы, ну, выбор за вами, и ни в коем случае мои слова не говорят, что прям идите и все. И прям совокупляйте, знаете, как попадя, как не попадя. Ни в коем случае, девчонки. Вы, пожалуйста, будьте глубже, будьте мудрее и воспринимайте, я говорю по-видовски, как это. Но не все, не все. Вам уже непонятно, не все понятно. А для того, чтобы было понятно, я это для спонсоров канала объясняю, для девчонок. Кто вкладывается финансово, то есть вы вкладываете, и я, естественно, даю вам информации гораздо больше, хотя даже вот вы не ученица, допустим, да, но все равно я вам побольше расскажу и объясню, что и как. То есть здесь вам говорится так, у вас есть внутренняя сила, внутренний потенциал. В принципе, даже если что-то не будет получаться, но вы хотя бы попробуйте и сделайте, попробуйте влезть на эту Голгофу, да. То есть вам дается добро на то, чтобы, как говорится, знаете, поборитесь за свои чувства, поборитесь. Хотя бороться это, ну, мужское, да, как бы, но тем не менее. Чего не нужно делать, что оттолкнет мужчину от вас или вас от мужчины. Девочки, ну, это дразнить человека не надо, эмоции, гипертрофированные эмоции проявлять ни в коем случае не нужно. Если вы что-то решили, вы делаете это продуманно, обдуманно, а не с точки зрения «я так хочу», «я так решила». И просто, ну, как бы сама повеселилась, да, и поставила в неудобное положение себя либо кого-то. То есть эмоционировать по водной стихии здесь вообще не нужно. Здесь идет чрезмерность, которая может потом аукнуться для вас. Вот здесь, опять же, нужно держать себя в руках. То есть добро вам дается на какие-то ваши, ну, усилия, да, в плане приложить эти самые усилия. Да, вы можете, но только вы должны быть осознанны, сознательны, делать это все, как бы понимая, чего вы хотите добиться в конкретном случае и какой результат должен быть в конкретном варианте, да, а то, чтобы просто так вот взять и обескуражить такое вот поведение, да, чрезмерная эмоциональность, чрезмерная, как это говорится, девочки, элемент провокации, любая провокация запрещена. Любая совершенно, даже в шутку. Любые выбросы эмоциональной энергии, женской энергии под запретом. Под запретом. Пожалуйста, вывод и выбор делать вам. Выводы делайте, пожалуйста. Включайте свой ум, свою головушку. Будьте счастливы, будьте любимы. Ну что, девочки, ставьте лайки, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, становитесь спонсорами, и вас ждет еще очень много-много интересного. Девочки, давайте так еще закроем сейчас. Знаете, как совет, рекомендация для всех вариантов. Итак, первый вариант от языческой колоды. Девочки, вот знаете, некая предопределенность, да, то, что все якобы решено. Вот ничего не может быть решено. Есть еще различные лазеечки, да, нужно быть гибкой. Это для вас. Гибкой. Гибкость мышления. Так, девочки, вам здесь тоже немножечко можно поставить защиту на отношения. Вы можете понимать, что вы рискуете, но
Шампанское не пьет тот, кто не рискует. Девочки, третий вариант у вас идет. Вот здесь нам показали гармонию, умеренность ангела-хранителя. Совсем плохо? Просите ангела-хранителя о помощи. Гармонизация нужна. Баланс нужен. То есть, вот, пожалуйста, так как бы легенько, ненавязчиво, да? Посмотрели. Ну что, дорогие, до новых встреч. Пока-пока.